Татарстане повысят штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов. Об этом сообщает агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции республики. Именно спекулянты создают искусственный дефицит на билеты летом. Сейчас силовики совместно с общественниками активно выступают в роли покупателей. Сейчас, который мониторинг мы проводим совместно с общественниками, он это полностью подтверждает. То есть есть факты, когда с посредниками наши общественники вошли в контакт, причем снимали это на видеокамеры. Как правило, перекупщики продают билеты минимум вдвое дороже, чем они стоят в кассах.